В настоящее время книге очень трудно выдержать конкуренцию с видео, компьютерными играми, соцсетями, интернетом, и чтение у детей уходит на второй план. Десятиклассница первой школы Юлия Ланбамина подготовила для городской научно-практической конференции проект, который, по ее словам, повышает интерес к чтению. Ее книга выполнена в технике создания объемных иллюстраций на основе бумажных конструкций. Сегодня я выступала с проектом создания поп-ап книги как средство повышения интереса детей к чтению. Мой проект помогает решить проблему незаинтересованности детей к чтению и также способствует развитию моторики детей. Сергей Миллер, ученик 10 класса 8 школы, продемонстрировал невероятные свойства электромагнитного поля. Для этого практик использовал катушку Тесла. Также блок питания при работе рядом катушки тоже используется. Сегодня у нас проходит ежегодная городская научно-практическая конференция учеников 7-11 классов. На конференции у нас 15 секций, разные тематики, разные направленности. На конференцию представлено более 80 работ, всего 113 участников. В конференции приняли участие исследовательские работы и проекты, а также конструкторские разработки. Они были представлены в виде моделей, макетов, образцов, компьютерных программ, иллюстративных материалов. Презентация сопровождалась информационными и пояснительными материалами с обязательным указанием последовательности выполнения работ, анализом полученных результатов и указанием области применения. Все участники конференции получили специальные сертификаты, а награждение победителей пройдет в конце учебного года. Ирина Беляева, Василий Обухов, Ленинск ТВ.